Рассеивают внимание, провоцируют развлекаться, а не учиться, поощряют виртуальное общение. Борьба со смартфонами в Рязани началась задолго до инициативы министра просвещения Ольги Васильевой. 2 года назад в правилах детского лагеря «Пламенный» появился пункт о запрете использования гаджетов во время учебных занятий и развлекательных мероприятий. В наших лагерях у нас достаточно насыщенная программа, и весь эффект образовательный происходит от погружения. То есть, когда ребенок отвлекается от городской суеты, от каких-то забот, погружается в программу лагеря, и там, уже погрузившись, можно в хорошей атмосфере давать знания, воспитывать ребенка, давать ему какие-то навыки. Смартфон отдают на хранение вожатому, однако расставаться с гаджетом детей не заставляют. Если ребенок отказывается сдавать телефон, его просто не допускают к мастер-классам и дискотекам. Однако он может гулять по территории лагеря и заниматься своими делами. Стоит отметить, что таким вариантом пользуются редко, ведь детям быстро становится скучно. В конце смены, если говорить там про смену там, даже недельную или двухнедельную, а уж 3 недели тем более, все благодарят. Сами проговаривают такие фразы, как «мы поняли, что есть что-то другое, кроме телефонного общения». Мы поняли, что можно общаться лично, это здорово, это классно. Однако смартфон давно стал частью повседневной жизни. Помимо социальных сетей, на него можно установить и полезные программы. Например, скачать учебники и справочники, установить тренажеры для развития памяти и даже проходить тесты по пройденному материалу. Главное – пользоваться с умом. В мобильный телефон и во все встроены фотокамеры. Естественно, мы можем ей пользоваться и снимать все, что нам необходимо. Может быть, это будут какие-то записи, которые есть на доске, которые вы не успели записать в тетрадь. Может быть, это какие-то интересные заметки или объявления, которые вы встретили по дороге в школу, в школе, в самой доске объявлений, да где угодно. Вот. И все это, опять же, может сократить объем того, что мы носим в школу, как тетрадки, учебники, может быть, даже, и перенести все это в телефон. Кроме того, телефон позволяет делать электронные записи, заглянуть в которые можно в любой момент, и развивает критическое мышление, ведь факты, которые рассказывает учитель, можно перепроверить и обогатить свое восприятие новыми подробностями. Но если они будут черпать оттуда материал для школы, то почему нет? Молодежь должна развиваться. Чего же мы будем как в болоте-то сидеть? Телефон – это да, средство, как можно добывать информацию любую. Да, если понадобится мне что-то, я захожу в интернет, да, включаю что Яндекс, пишу то, что мне надо, и нахожу нужный ответ на вопросы. Сейчас использование смартфона запрещено лишь в некоторых школах. Это их местная инициатива. Для хранения гаджетов используют специальные шкафчики. Министр просвещения России Ольга Васильева сказала, что такие учреждения будут активно поддерживаться. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».